Любовь, забота, верность, мудрость и взаимопонимание. Таков рецепт успешной семьи, по мнению участников окружного конкурса «Успешная семья Приволжья». Сегодня состоялся финал и объявили победителей. В Чебоксарах собрались 14 семей со всего ПФО. Татьяна Молокова узнавала, что такое успешная семья и как растить 10 и более детей, но при этом сохранить теплые чувства между супругами. За кулисами последние приготовления. Подкрасить губки, успокоить младшего, поправить прическу старшим, настроиться на выступление. Здравствуйте, мы из Удмуртии. Ага, у вас какая фамилия? Корякина. А сколько у вас детей в семье? 6. Что вы подготовили сегодня? Ну, визитная карточка нашей семьи. Песня, танец, что ли? Это будет сказка. Конкурс – несколько этапов и несколько дней. В первой – презентация, рассказ о семье, традициях и успехах. Следом – творческий этап. Здесь песни, стихи и танцы. Я хотела бы плыть над облаками. Мещеряковых из Мордовии 9 детей, двое уже совсем взрослые. У каждого в хозяйстве свои обязанности. Девочки готовят, управляются со скотиной, помогают младшим. Кроме того, успевают и спортом заниматься, и творчеством. Мещеряковых даже герб фамильный имеется, как и положено. Папа во главе. Что должно быть в семье, чтобы она была успешной? Уют. Уют, улыбки, счастье. Что должно быть в семье? Понимание. Да. Полностью солидарно. Чувашию на конкурсе представляет семья Львовых. Татьяна и Александр тоже воспитывают 9 детей. Кто из них родные, кто приемные, не делят. Любви на всех поровну. Чебоксары, дом, машина. Семья! Просто класс! Все сбылось, все исполнилось, Саша, у нас. Чувашия, так же, как ваши регионы, очень хранит свои традиции. Мы их очень бережем. Мы гордимся своей чувашской вышивкой. Мы гордимся своими песнями, нашим национальным колоритом. Мы сохраняем и воспитываем это в наших детях. Конкурс «Успешная семья Приволжья» проходит с 2013 года. Раньше его принимали в разных регионах ПФО. Теперь у него есть постоянная прописка. Это был непростой выбор, потому что регионы, ну, действительно, чтут семейная традиция, и каждый готов был бы принять этот конкурс у себя. Вместе с тем, в Чувашии эти семейные традиции давно почитаемы, и все те мероприятия, которые проходят в День любви, семьи и верности, мы, естественно, отсматривали и... Так получилось, что в Чувашии это останется. Конкурс продолжается в эти минуты в Театре оперы и балета. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Жирущая моя форма.